Привет, друзья! Вы на канале Survivor, и это снова 7 Days to Die с модом Undead Legacy. С момента выхода последней серии мод Undead Legacy очень сильно обновился. Была добавлена куча всего нового, была исправлена куча всего нового, был переработан баланс. И можно было бы не начинать, по идее, новую карту. Я создал новую карту, можно было не начинать, не создавать новую карту, но... В одном из обновлений была добавлена новая руда, это Титан. Он должен встречаться теперь в разрушенном биоме. И также был добавлен новый торговец. По-моему, ее зовут Эллен. Welcome. И чтобы это все появилось в игре, нужно было создать новую карту. Короче, я создал новую карту. Прошел первые квесты, нашел первого торговца. Торговец теперь у меня не Рект, а Джоэл. И также рядом с его базой я нашел мою старую добрую базу из прошлой серии. Я ее восстановил. Восстановил лутецкий, восстановил прокачка персонажа. Единственное, что мне не получилось восстановить, это уровень квестов у торговца. Но я думаю, никаких проблем не будет с тем, чтобы поднять уровень квестов. Просто начнем выполнять задания с первого уровня. Ну а перед тем, как мы начнем, да, еще один момент. Также рядом с этой базой нету базы по встрече Орды подходящей. Так что сегодня мы будем искать и готовиться к встрече Орды. И так как я перематывал время, то Орда, скорее всего, будет уже в этот день. Не знаю, в этой или серии, но в этот день так точно. Потому сегодня мы этим и займемся. Ну а перед тем, как мы начнем, я, как обычно, почитаю ваши комментарии. Итак, первый комментарий. Читаем. Первая записка. Пишет Максим и Алекс Тоха, и они обои задают один и тот же вопрос, как можно создавать или улучшать инструменты или оружие в игре. Все очень просто. Все очень просто, делается это на столетиях обслуживания. Тут у нас кроме вкладки ремонт есть еще вкладка улучшения. И сюда можно закинуть любой предмет и также увидеть, что нужно для его улучшения. Но не каждый предмет можно улучшить на столе, конкретно на этом, потому что столы имеют несколько уровней, и для высокоуровневых предметов нужно столы улучшать. Вот так вот. Дальше, следующая записка, читаем. Пишет Джордж Ил. Может сверху на базе убрать одно ограждение вокруг лестницы, по которой поднимаешься на базу, а то при каждом подъеме и спуске оббегаешь его и тратишь чудовищное количество миллисекунд. Я примерно понимаю, о чем ты говоришь, видимо, или об этой вот штуке, да? Или вообще об этом аппендиксе. Я бы, наверное, убрал бы вообще вот этот аппендикс и сделал бы тут полностью проход вот так вот, чтобы можно было проходить вот так вот и заходить. Но сейчас я этим заниматься не буду, я это сделаю уже... когда приготовлю базу Орды. Но обязательно сделаю. Да, есть такое дело. Следующая записка. Читаем. Пишет Евгений Волконский. Сурв, булава шипованная лучше, чем железная дубина. Шипованная булава – это предтоп среди дубин. Мощнее только титановая. А это значит, что я могу с чистой совестью взять и скрапнуть вот этот вот рецепт, так как он мне уже, получается, не нужен. Этот рецепт на булаву, то есть на дубину, которая хуже, чем та, что есть у меня. Прекрасно. Спасибо за комментарии. Так, читаем следующий комментарий. Георгий Иванов пишет. Зря бочку скрапнул. Одна бочка равно 4 канистры. Когда грузовик займеешь, бочки соляры будут нужны, как вода. И да, меч и топор может заменить. По поводу бочки я согласен с тобой, но я думаю, что когда у меня появится грузовик, бочек у меня будет уже очень много. Что касается меча, который может заменить топор, то тут я не согласен. Все-таки меч это больше нож. А топор это больше топор, и у него урон по дереву гораздо больше, потому тут я не согласен. Все-таки нужно с собой носить и меч, и топор.
И последняя записка. Читаем. Пишет клоун. Это письмо – тест проверки работы почты. Если вам пришло это письмо, то где-то бродит почтальон. Если же не пришло, то хватит бухать уже, Михалыч, иди почту разноси. Вот такой вот смешной комментарий. Вот, а теперь, наверное, пойдем, забежим, наверное, к торговцу вначале. Продадим ему то, что мне не надо, а не надо мне, например... Так, лопату я возьму с собой. Лопата мне пригодится. Так, один топор. Один топор мы продадим, потому что он мне не нужен. Так, этот участвует в рецептах, этот тоже участвует в рецептах. Что еще? Кстати, на топоре... Да, тут модификация есть. Модификация есть на... А вот здесь модификации нету. Слушайте, давайте поставим сюда лезвие. На вот эту штуку. Станет? Нет? Да, станет. Слушай, красота. Красота. Что еще я могу продать здесь такого, что мне не пригодится? Даже не знаю. Так, у этого топора, кстати, у него... Расход выносливости гораздо выше. Короче, пока что будем бегать с этим топором. Из этого я пока что ничего продать не могу. Это я могу вставить куда-то? Например, вот сюда вот могу вставить? Нет, сюда не могу вставить. А в кузню тоже никуда вставить не могу. Странно. Даже не знаю, что с этим делать. Будем разбираться. Это очень интересно. Так, что еще могу продать такого? Торговцу? Да, наверное, продать я больше ничего и не могу. А перед тем, как я пойду к торговцу, я, наверное, еще кое-что изучу. Значит так, по поводу изучения. Мне вообще, я двигаюсь к автомобилям. Я хочу отремонтировать какой-нибудь автомобиль и уже начать кататься не на велосипеде, а на автомобиле. Для этого мне нужны ремки. Давайте посмотрим. Ремкомплекты. Ремкомплекты для грузовика есть, да? По идее, у меня почти все это есть. И для автомобиля. Сама схема создается на столе исследования третьего уровня. То есть мне нужен стол исследования третьего уровня. То есть мне вначале нужно сделать второй, а потом третий. И дальше, чтобы сделать сам ремонтный набор, мне нужно что? Ремонтный набор для автомобиля. Мне нужен стол механика второго уровня. Так, а стол механика второго уровня где делается? Стол механика второго уровня. Так, стол механика второго уровня делается на столе исследования второго уровня. Короче, мне все равно нужно столы исследования изучать и повышать до третьего уровня. Потому сейчас я, наверное, этим и займусь. Стол исследования. Стол исследования второго уровня. Давай-ка закрепим. И мне нужно 20 книг коричневых. 10 бумаги. Так, хорошо, давай запускаем стол исследования второго исследователя второго уровня. И, кстати, он... Тут не поместится, мне придется делать опять же перестановку. Но ничего страшного, сделаем. Запускаем, это мы скрываем. Все, пусть делается, лишнее мы скинем вот сюда вот. Топорик на продажу. Погнали, сбегаем к торговцу. Это заберу, продам. Подожди, так, да. Поехали. Подожди, у меня там, по-моему, есть этот самый... Какое-то оружие могу продать. Не только я могу продать инструменты, я могу продать еще какое-то оружие. А ну-ка, давай-ка глянем. Так, так, это не то. Вот здесь вот я смогу... Так, это я разберу. Кстати, давай-ка это я разберу прямо сейчас. Вилы я, наверное, продавать не буду. Дробаши, вот хрен его знает. Попробуем поразбирать. Так, нож. Надо ли мне нож или не надо? Или лучше продать? Ножик у меня, в принципе, нож заменяет меч-пила, потому нож, наверное, мне и не нужен. Так, нож разобрать, на что он там разбирается. На железо. Пистолеты разбираем на части. Хорошо. Пистолеты — это фигня. Эти пистолеты — это фигня. Так, патроны пойдут сюда и... Все правильно? Да, все правильно. И части пойдут сюда. Хорошо. Нож и топор. Все. Это все мы уже продаем. Зергут, все. Пошли к торговцу. Кстати, по поводу записок. На канале появилась спонсорка, и комментарии спонсоров будут иметь приоритет для попадания в игру перед основными комментариями. Так что, если у вас есть желание, можете поддержать канал, стать спонсором канала. Так, и кстати, это же новый торговец, тут надо бы все пособирать, потому что я его еще не изучал. Так, тут закрыто. Конечно же, открываем. Так, и что же в этом военном грузовике? Ну-ка посмотрим. Так, еще один топор на продажу, и это мы просто заберем. Так, тут ничего нету.
Ящики по-прежнему не лутаются. Это у нас фургон с электрикой. Интересно, что нам подарит этот фургон. Так, богато. Я, наверное, это сразу же изучу. Раздвижная взрывоустойчивая дверь. Я думаю, изучаем. И модификация оглушающий репульсор тоже пригодится. Вы говорили, что это очень крутая штука. И можно даже побегать с этой оглушающей дубинкой и основательно так приложить зомбаков. Так, ну здесь всякий хлам. Немного резины. Даже семена. Семена картошки — это хорошо. Так, наверху ничего нету? Тут наверху ничего нету. Окей, что здесь? О, военный ящик. Немного патриков. Прекрасно. Так, это у нас стол плотника, и он целый. Окей, что еще тут я мог пропустить? А, вот. Разрушенная какая-то станция. Химическая станция разрушенная. Окей, they're good. Тут больше вроде бы ничего нету, да? Больше ничего не пропустил. Я еще пробегусь вот здесь вот. Гляну, что тут может быть. Но я тут ничего не вижу. Ладно. Тогда просто зайдем к торговцу. Так. Что в автомате? В автомате... Блин, надо бы купить. Давай-ка вначале поторгуем с торговцем. Тебе что-то нужно? Может, работа нужна? Так, но перед тем, как торговать... Неужели хуже, чем у других? Сменим очечи. Ну и торгуем. Что еще можно продать? Да, больше из этого, наверное, продать ничего и нельзя. То есть все остальное мне может пригодиться. Что у тебя есть купить? Так, ну, схемы мне не нужны. Дальше. Металлические шипы стоят слишком дорого. Нет, пока что я это покупать не буду. Очки. Нет, неинтересно. Так, это тоже неинтересно. Так, вот эта модификация подсумок. Плюс 5 вместимость рюкзака. Плюс 5. Плюс 5 килограмм. Ладно, возьмем. Это возьмем. Дальше. Давай-ка... Грибочки. Надо ли мне грибы и картошка? Нет, наверное, покупать не буду. Мне это пока что не критично. Так. Это стоит 110, а конфетка стоит 100. И чтобы не тратить отмычки, давай-ка, наверное... Хотя нет, подожди, патронов на одной конфетке... Не забудь. Рекомендую. На одной конфетке можно открыть несколько сейфов, потому я, наверное, куплю одну конфетку. Так, дальше, что у тебя еще есть? Что у тебя еще есть полезного? Из этого... клей адгезионный. А что еще есть? Так, фонари и прочее. Да, нужно купить, наверное, адгезионного клея. Все штуки забираем. И у меня остается 572 монеты. Что я еще мог бы приобрести такого? Или лучше не тратиться? Наверное, лучше не тратиться. Так, очки... Не. С тобой приятно иметь дело. Так, ну мы сейчас... Давай-ка я сразу же, наверное, поставлю... Вот сюда вот. Кармашек. Пусть будет. И теперь меняем очки. И, наверное, стоит взять у торговца задание. Перед тем, как мы пойдем искать базу по встрече Орды. Так, что там по работе? Ближайшее какое? Да, не хочешь ближайшее возьмем. Деньги, кстати, лишними не будут. Вот еще одно изменение, которое внес разработчик мода в игру. И это очень-очень круто. Во-первых, у нас теперь... Название. Есть языковая переменная, которую переводчик, который переводит на русский язык, он переведет. И также теперь тут есть картинка, и можно понять, что это вообще будет. Это очень круто. Постарайся выжить. У меня для тебя есть еще много работы. Надеюсь, разработчики игры все-таки смотрят на этот мод и часть из этого мода все-таки реализуют. Потому что многие идеи в этом моде, они выглядят очень круто. Ладно, сейчас заезжаем на базу тогда. И едем... искать место для встречи Орды. Я, когда восстанавливал прокачку, я немного проехался по миру, и в целом у меня есть идеи, где можно встречать Орду максимально удобно. Ну, то есть не то, чтобы максимально удобно, но очень похоже на то, что было. Так, сейчас я раскину Лутецкий и вернусь. Так, все, ребят, раскинул я Лутецкий, и теперь едем искать базу по встрече Орды. Так как я перематывал время, то, скорее всего, Орда будет, как я уже говорил, в этот день, но, возможно, не в этой серии. Но в этой серии мы обязательно должны подготовить базу для встречи Орды. Так, у нас тут есть рядом некий амбар. Надо в него заглянуть, посмотреть, что там. Вот это вот здание не подойдет, там слишком много всего переделывать. А мне нужно сделать что-то максимально быстро. Потому что до вечера не так уж и много времени.
Так, давайте-ка глянем. Так, амбар. Сейчас заглянем туда, а потом заглянем еще в этот амбарчик. Глянем, что тут почем. И можно ли здесь повыживать? Нет, тут слишком много всего переделывать. Этот амбар не подойдет. Там уже за мной бегут. Ладно, что у нас здесь? По-моему, этот амбар не лучше будет. Да, тут тоже куча всего переделывать. Нафиг. Нужно искать что-то другое. О, гости. Так, ладненько, 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 ладненько. Где искать базу по встрече Орды? Давай-ка объедем нашу базу. Посмотрим вот этот амбар, который тут за деревьями. Может быть, он подойдет больше. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вот эта вот штука может подойти. Я вот думаю, стоит ли сейчас полностью зачистить это здание. Пройтись по нему полностью и зачистить его. Машинку разобрать. Все пособирать здесь и потом уже обустраивать именно эту локацию. Там, кстати, там ящик. Давайте, наверное, зачистим эту локацию. Вход у нас здесь. Воу! Лутецкий сразу. Так, железный нагрудник, витамины и немножко потрошков. Немножко потрошков подойдет. Так, что здесь? Просто бумага. И сразу же собираем лампу. Собираем все светильники, которые видим. Все это мы будем продавать и покупать у торговца что-то полезное. Так, дробаш заряжен. Дробаш заряжен. Что у нас здесь? Так, колесо разберем. В смысле? Подожди, колесо автомобиля? Нехило. Так, давай-ка вначале, наверное, забираем этот ящик. И поставлю его где-то за пределами, чтобы туда скидывать лутецкий. Вот где-то здесь и поставлю. Потому что наверняка тут лута будет много. Вот это я еще, скорее всего, буду находить. Че, погнали дальше? Заберем дерево. Фаервуд никогда лишним не будет. Так, погнали дальше. На дробаш. Так, эту коробку я проверял. Что здесь? Да, не богато. Хотя, подожди, титановый лом? Титановый лом попался. Круто. Так, а здесь у нас будет засада. Я точно помню. Точно помню, что здесь будет засада. Ну, давай, выходи. В смысле? Сзади кто-то зашел. Какого черта? Какая-то зараза зашла сзади. А кто ты? Блин, то, что они пригибаются, так это прям вообще не нравится мне. Какие они уворотливые. Так, ладно. Получил немного люлей, но не критично. Даже кровотечения не было, потому пойдет. Так, лампочки, 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 лампочки. Лампочек я здесь больше никаких не вижу. Что у нас здесь? Так, это пойдет на продажу. Однозначно пойдет. Хотя нет, подожди, какая продажа? Тут у нас механические части, потому это лучше разобрать. Разбираем, что здесь. Ни хрена полезного нету. Так, а мусор? О, ничего себе мусор. Так, тоже хорошо. Тоже хорошо. Так, это забираем. И вот с этих вот блоков начали падать, почему-то начал падать, насколько я знаю, глина. Какого черта? Я не знаю. Ну, по идее,
Должны падать стройматериалы, а падает глина. Ошибка это или нет, я спрошу у разработчика мода. Но по идее так быть не должно. Это же все-таки стройматериал. Ну, какой смысл глину завозить и вообще на крышу? И держать на крыше? Мне это непонятно. Так, водичку набираем. Пока там колодец еще не до конца хорошо работает, потому лучше водичку собирать. Так, дробаш. Кто у нас здесь? Патронов не особо жалко. Так, это собираем. Это на продажу пойдет. Что здесь? Ни хренашеньки здесь нету. А здесь... О, подожди. Это что? Рецепт вареной кукурузы. Понятное дело, что мы его изучаем. Брезговать не будем. Так, светильники. Забираем абсолютно все. Так, ну и кровать тоже разберем. Так, хорошо. Хорошо. Так, тряпки мне нужны? Уверен, что нужны. Так, выходим. Птичек нету. Да, здесь птичек нету. Пошли дальше. Что мы видим здесь? Так, засады никакой нету. Забираем сразу же всю электронику. Так, хорошо. Так, картину я, наверное, одну на базе повешу. Вот это вот я вешать не буду. Ну и нафиг. Слишком страшно. Так, ну и вот это вот тоже разберем. На продажу. И на продажу. Так, хорошо. Дробаш в зубы. Тут кто-то есть? Никого нету. Так, дверь закрыта. А вот там кто-то есть, я точно помню. Там даже видно вон разрыв. Мадам, лежите. Лежите, не вставайте. Так, стрелу отдай. Хорошо. Так. Что у нас здесь есть? Ну-ка, смотрим, смотрим. Во-первых, вода. Конечно же, во-первых, вода. Еще немного воды и... Еще немного воды. А также немного... Немного лекарств. Пойдет. Не то, что прям круто, но пойдет. Так, кто там? Как она съехала? Так, о, я пить хочу. Это плохо. Это плохо, потому что это влияет на восстановление выносливости. Нужно попить однозначно. Так, немного напились. Заргут. И где-то здесь еще есть ребятки. Но они тупые, насколько я знаю. Пацаны. Да в смысле ты... У тебя еще анимация падения не закончилась, засранец. Как они меня ловят? Я просто в шоке. Какие-то умные зомби стали. Жесть. Так, ладно, я пока здесь. Лампа есть? Лампа есть. Как я их пропустил? Так, лампочку скручиваем. Ну и понятное дело, что вскрываем дверь. И еще немного вверх. Красота. Тут никого нету. И ничего нету. Сейф. Сейф нужно будет взломать. Но чуть попозже. Вдруг еще один сейф будет, тогда я конфетку приму и смогу взломать сразу несколько сейфов. Так, это, наверное, разбираем сразу же. Так, хорошо, тут больше, походу, ничего нету. Давай-ка... А, тут окно закрыто. Задрапировано. Ладно. Так, лампу
за мной. И здесь лампу тоже на потолке забираем. Возможно, даже мне хватит элементов данных для того, чтобы изучить сразу же два уровня стола для исследований. Хотя я в этом очень сильно сомневаюсь. Так, дальше, 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 дальше. Что у нас здесь? О, слушай, сразу же можно это разобрать, это забрать. Прекрасно. Фонарик. Я такие фонари, наверное, делать не буду никогда, потому... Но это фонарик, который подствольный, а подствольные фонари в игре работают не очень хорошо, потому разбираем. И это забираем. Так, тут никого нету. Лутаем кухоньку. Надеюсь, тут будут какие-то рецепты. Хотя, вряд ли. Сковородка. Сковородка. Так, воды нету в кране. Так, и это мы тоже заберем. Что еще можно снять такого? Ну, фонарь снимаем обязательно. Это мы тоже забираем. Так, что в холодильнике? Консервы. Ну, хотя бы тише стало. Уже поприятнее. Так, часы я забирать не буду, потому что часы — это фигня. Это не вытяжка, это какой-то блок. Покрашенный, потому я его тоже забирать не буду. Что там по перевесу? 133 из 136. Давайте-ка я, наверное... Взломаю эту дверь, выйду и скину все лишнее. Еще немного. Вот так вот. Так, где мой велосипед? Вон с той стороны. Пока перевеса нет, лучше избавиться от лишнего веса. Так, давай-ка сортируем по весу. И скидываем абсолютно все, что может... Ну, воду-то я, наверное, не буду скидывать. Давай-ка ее заблочим, эту ячейку. И давай-ка еще вот так вот. Все, погнали дальше. Так, закрыто пока. Так, ну что, спускаемся в подвал. Так, лампочку забрал. Хорошо, что здесь ни хрена, это у нас разбирается топором. Так. Ой, в смысле? Чё за хрень? Как она меня коцнула? Я чё-то не совсем понял. Через... Она меня коцнула через ступеньки. Это нечестно. Еще этот коснет через ступеньки, да? Ну, давай, подходи. Засранцы. А, 20 уровень. Прекрасно. Но это было нечестно. Так, это я не собираю, потому что из этого падает глина. Глина мне не нужна. Так, это на продажу. Пойдет, пойдет, пойдет. Что-то есть еще снять такого. Больше пока что. Так, это забираем. Кстати, говорят, стиралки тоже что-то стоят. А ну-ка. Это сушилка, это стиралка. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Давай-ка. Вот так вот, чё, 23 и 23, по 5 килограмм весит. Офигеть. Так, это мы забираем. Это мне пригодится. Так, это семечко, да, было? Да, семя алоэ. Посадим. Обязательно все это высадим. И тут больше ничего полезного нету, кроме вот этого вот. Это я тоже заберу. Хорошо. Хорошо и прекрасно. Так, что у нас здесь? Засада? Или нет? Так, засада. Откуда? Твою мать! Чё за хрень, как я так промахнулся? Фух, жесть. Кто там еще? Ой, ё-моё.
Дядь, ты что там делал? Мужик! Да ё-моё, как ты... Отставь головоньку. Ну, вроде бы все. Так, дерево забираем. Мне нужно успокоиться. Так, что здесь? О, семена. Семена, это хорошо, это прикольно. Древесину обязательно забираем полностью. И, наверное, я вот этот ящик возьму и вынесу наружу. Тоже поставлю. Так, немного пивасика. Пивасик пригодится. И еще семена. Просто прекрасно. Так, открываем дверь. Что вот это вот такое? Такое ощущение, как будто здесь нычка. А, оттуда кто-то вылез. Все, там была нычка. Так, карабасик ставим. Вначале сюда скидываем все. И потом все самое тяжелое. Сортируем по весу и скидываем. Вот так вот. Все, прекрасно, пошли лутаться дальше. С какой стороны он? По-моему, с этой. Да, вот с этой стороны. В подвальчик. Кстати, чтобы никто не зашел лишний, закроем. Напоминаю, что это модификация, которая позволяет после открытия таких вот квестовых дверей и прочего закрывать их потом вручную. В обычной игре это так не работает. Все модификации, как обычно, в описании под видео. Так, кто? Ёп! Солдат? Серьезно? Хрена себе встреча. А какого черта? Кстати, сегодня точно будет Орда. Ну, не сегодня, не в этой серии, но в этот день точно будет Орда. Он уже... Подсказка показывает, что Орда близится. Так, хорошо. Топляк в руки. Дробаш в зубы. И погнали. Так, ну и здесь у нас уже, грубо говоря... Конец локации. Так, что-то можно снять такого. А снять тут... А, вот лампочка есть. Лампочку снимаем. Так, я, наверное, обеспечу себе пути отхода. На всякий случай. Так, все. И теперь можно встречать зомбаков здесь. Так, я вижу там наверх лестница, и я думаю, что если я туда пробегу, то я смогу отстреляться. Погнали. О-о-о, ребята! Красота! Какая же красота, слушай. Чувак, а ты передумал, да? Не, чувак, ты не уйдешь от меня. От возмездия ты не уйдешь. Так, хорошо, вначале чекаем, что здесь. Тут никого нету. Так, немного проводов. О, какой ключ хороший, слушай. Хороший же, он же лучше, чем мой. Да, он гораздо лучше, расход выносливости выше, но в целом это не критично, потому меняем. Так, сразу же модификации снимаем вот это вот. Вешаем вот сюда вот. Прекрасно. А этот ключик мы где-нибудь в рецепте и используем. Так, что еще тут есть такого полезного? Это можно будет пособирать. Так, двери открываем. И сразу же закрываем лампочку. Нет, лампочку я буду встречать Орду здесь, планирую, потому лампу лучше оставить. И работающие лампы тоже лучше оставить. Поснимаю те, которые не работают. Вот это вот. Вот это вот, а готовить уже саму эту базу к встрече Орды уже будем после того, как я скину Лутецкий. Так, это я не забираю, это... Все это я буду уничтожать уже потом. Возможно, даже за кадром, потому что это
Я думаю, что будет нудно смотреть. Так, вот ни хрена нету. Тут тоже ни хрена, это мы забираем. Не, ну ключик, конечно, я нашел. Это прикольно. Это прям очень сильно радует. Так, какие лампы работают, какие нет. Это работает, это вот не работает. Хорошо. Где-то еще... Вот тут лампа есть нерабочая. Ее тоже заберем на продажу. Окей, хотя было бы неплохо отремонтировать, например, чтобы она загорелась, да? Так, это тоже на продажу пойдет. Так, ну и вроде бы все. Слушай, а вот это вот оно торгуется, нет? Забрать его нельзя, к сожалению. Ладно, пошли наверх. Тут еще наверху есть... Лутецкий. Так, найс. Найс. Тут небольшой лабиринт, который мы с легкостью проходим. Так, еще одно конструктивное усиление. Куда бы мне его поставить? Здесь у меня уже есть такое. Здесь у меня уже есть модификация. Так, на дробаш такое не ставится. Тут уже есть такое. Тут тоже такое есть. Здесь тоже есть. На кирке тоже есть. На лопате нету. На лопате нет такого усиления, потому ставим его на лопату. Все, хорошо. И смотрим, что у нас здесь. Возможно, здесь могут быть семена. Но это не точно. Но нет. Семян тут нету. Потому обойдемся без семян. Так, дедушкин самогон. Что дает? А, урон от оружия ближнего боя. Это не очень прикольно. Это все забираем. Перенесем ящики. Кстати, один ящик нужно будет оставить где-то здесь на базе, чтобы там держать то, что нужно использовать во время орды. Там какие-то напитки, патроны, оружие и прочее. Потому один ящик лучше оставить. Так, фонарь. Однозначно. И где-то здесь... Подожди-ка. А это не здесь? А, ящики, все, я забрал ящики. Так, что здесь в сумке? Так, это на дробаш пойдет. По-моему. А у меня такая штука уже стоит, да? А ну-ка. Качество она не имеет, потому да. Потому такая штука уже стоит. Давай-ка забираем сумку. Пойдет на продажу. Смогу ли я это взломать? Ну, с помощью отмычек, да. Найс. Так, патроны. Латунный кастет. 38 стоит, продадим. И навык устойчивость к погоде. Ну, пойдет. Пойдет. Хотя устойчивость к погоде, я даже не знаю, когда мне может пригодиться. Когда мы там пойдем уже в такие плохие зоны, там, где прям будет мороз и прочее. Фиг его знает. Так, сено я заберу. Сено я заберу, а стены нужно будет отремонтировать. О, нет! Блин. Столько травы пропало. Обидно. Так, 9 воды пропустил. Ну, это тоже пойдет на продажу. Так, это разберем. Так, ребят, ну и остальное я уже буду менять уже потом, когда все снесу на базу. Вернусь сюда. Нужно будет убрать первые секции лестницы. Вот здесь и восстановить вот эти вот полы все. Возможно, здесь сделать решетки вместо обычных таких пластин. Посмотрим, как оно будет лучше. И примерно здесь я буду встречать орду. Тут можно будет бегать вокруг и отстреливать зомбаков. Потому решетки здесь очень даже будут в тему. Так, погнали. Вначале тогда на базу. Это я забрать не могу? Нет, это я забрать не могу, а бочку... Бочку я, наверное, заберу, поставлю на базе. Все. Так, подожди, а если это разобрать? Что мне это даст? Платы будут какие-то? По идее, должны быть платы. Нет, тут плат никаких нету. Зато есть электроника. Или электрика. Электрика. Так, ладно. Ладно, ладно, ладно. Отметим это место как базу. Кстати, фонарь я заберу. Это наружный фонарь. Тем более он не светит. И вот где-то здесь будем встречать орду.
Так, да, вот так вот. Сохраняем и... Какой бы значок сюда поставить? Так, 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 так. Ну, давайте вот такой вот значок поставим. Так и назовем. Крепость. Да? Да, пусть будет крепость. Все. Возвращаемся на базу. Хотя нет, подожди. Дай-ка велик, я подъеду немного к машине и разберу ее. Да в смысле? Может, движок упадет? Нет, движок не упал. И теперь забираем все отсюда. Ох, как тяжко стало, смотри-ка. Жесть просто. Так, о, дотянулся до велика. Все, едем на базу. Или вначале нет, до торговца я не дойду, потому вначале на базу. Скинем все лишнее. И потом пойдем к торговцу, сразу же продадим все, что мы налутали сейчас. Так, не, подожди, стой. Стой, 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 давай-ка. Вот так вот, дверь открываем и на велике заезжаем поближе к ящику. Так, сортировка по весу. И скидываем вот так вот. Ну, на велике уже можно выехать. Так, все, велик оставляем. Так, а что на продажу? Так, ну вроде бы все, что на продаже было, я скинул. Теперь главное запрыгнуть на лестницу. Не выйдет, значит нужно что-то тяжелое скинуть. Давай-ка опять по весу. Колесико пока временно сюда. Запрыгиваем и колесико забираем. Все, сейчас я разложу лутецки и вернусь. Так, друзья, разложил я лутецкий, теперь мне нужно подумать о том, чтобы отремонтировать всякое. Так, могу ли я это отремонтировать? Нет, не могу. Что еще мне нужно? Вот это я, наверное, могу отремонтировать, да? Да, мне нужно две латуни. У меня такой ресурс есть. А, подожди, у меня есть с собой латунь. У меня есть с собой латунь. Ну, давай-ка отремонтируем. И продадим. Это на продажу. Так, это тоже на продажу. На продажу вот это вот. Можно отремонтировать? Две железные пластины. Это как-то дороговато, наверное. У меня есть тем более всего одна. Потому я думаю, что сковородка, она недостойна того, чтобы ее ремонтировать. Так, дальше. Вот эти вот бочки. Нужно поставить где-то здесь. Вот эту бочку я, наверное, заберу. Потому что она выглядит не очень хорошо. Поставим бочку. Вот такую вот красивую здесь. Тем более она как раз в уголок становится и выглядит просто прекрасно. Дверь зачем закрываю? Так, дальше. Дальше вода пойдет сюда. И топливо. Топливо нужно слить. У меня, кстати, есть с собой топливо. Сливаем. 26. Подожди, я набрал. Давай-ка вылить. Вот. Прекрасно. Так, бочка с топливом пойдет... Вот сюда вместо этого. Так, опять же, картину. Я хотел куда-то повесить картину. А где она может висеть так? Вот. Ну, пусть здесь висит. Пока тут ящики не понадобится ставить, пусть картина висит здесь. Хорошо. Хорошо, что там, кстати, по столу исследований? Так, стол исследований второй готов. Использовать и стол исследований уровень 3. Для того, чтобы его изучить, мне нужно 800 данных, да, и стол исследования уровень 2. То есть мне нужно его вначале поставить, потом изучить и только потом его создать. Угу. Значит так, 800, да, у меня данных не хватает, потому пока что это отменяется.
И, кстати, мне нужно на той базе будет вскрыть сейф обязательно. Отмычки у меня есть, конфетка у меня есть. Ладно, идем тогда торговать с торговцем. Тут я ничего не скидывал. Вроде бы нет. Пойдем поторгуем и пойдем тогда... Так, это же все на продажу, да? Ну, кроме вот этого вот. Это тоже... Хотя, ладно, пусть тут лежит. Потом заберу. Так, где? Вот это вот пойдет сюда, а это все на продажу. Кроме пива. Кроме пива. Пиво тоже пойдет сюда. Все, все остальное на продажу. А, подожди, я ж поеду... Так я поеду делать базу, то мне нужно с собой взять инструменты и стройматериалы. Чтобы дважды не бегать туда-сюда. Следовательно, берем молоток. И нужно также взять дерево. Наверняка понадобится дерево. Но этого мало. Этого прям мало. Давай-ка переработаем вот так вот. Вот это вот возьмем. 164. Не то чтобы прям сильный перевес. И где у меня были камни? Камни, камни, камни. Вот это мне тоже пригодится, чтобы улучшить всякое, да? Все. Немножко тяжко, но сейчас мы распродадимся у торговца и станет гораздо легче. Вроде бы все взял. Есть я хочу. Не особо я есть и хочу. Надеюсь, что не пригодится мне еда в ближайшее время. Так, поехали к торгашу. Немножечко поторгуем. Так. Как оно? Как оно? Так, меняем очечи. И давай торговать. Поехали. Так, вроде бы все. Вроде бы все, что мог, я ему продал. И что я хотел у него купить еще? Я уже не помню, что я хотел у него купить такого. Где-то это было, наверное, здесь. Или нет. А, по-моему, взрывчатку хотел купить, но потом передумал. У меня уже 1600 есть. Но нет, наверное, ничего у него купить и не хотел. Купи Ладно. Еще чаю. Хорошо согревает нашим племени. А, подожди. Рекомендую. Что у нас здесь? Давай-ка конфетку, нет, хакеры нет, не то. Давай-ка вот этих вот конфеток я еще прикуплю. Это мне однозначно когда-нибудь пригодится. Ну и погнали тогда готовить базу по встрече Орды. Кстати, нужно сделать кольев. Нужно обязательно наделать кольев. И поставить костры. Короче говоря, я не все предусмотрел. Где база? Вон там. Будем уже на месте думать, что, как вообще и где брать. По идее, камни, я думаю, что смогу найти или добыть прямо на месте. И дерево... Вот что касается дерева, придется, наверное, ехать на базу и перерабатывать его в планке. Ну ничего, ничего страшного. Так, это я потом заберу. Вначале нужно полностью переделать вот это вот все. Во-первых, поубирать нужно... Вот это вот то, на что зомби смогут встать и потом бить то, по чем я буду бегать. Это нужно все поубирать. Так, давай-ка молоток сюда. В первую очередь... В смысле большой камень? Чтобы улучшить это, нужен большой камень? Что за бред? Не, ну это бред, ребят. Ладно, давай-ка добудем большой камень и посмотрим, сколько нужно камня, чтобы улучшить один такой блок. Надеюсь, не 5 камней, потому что это будет очень жестко. Чё-то как-то прям совсем все поменялось. А, слушай, а булыжник-то вообще есть? Булыжник. Нету. Так, это очень странно. Я просто беру и камнями улучшаю. Да не, ну это бред. Это нелогично. По идее, та орда, которая прибежит в этот раз, она должна быть первого уровня. Да, смотри-ка. Теперь это улучшается булыжником.
Чё? По пять? По пять всё-таки. А камни-то тяжёлые. Нахренеть. Так, у меня там на базе были камни. Пойду-ка съезжу за камнями. А пока я здесь, давай-ка разберу вот это. Короче говоря, сейчас я подготовлю эту штуку к улучшению полностью. Максимально подготовлю, позабираю все лишнее, чтобы оно мне не мешало. И то, на что зомби могут встать и, допустим, добраться до меня. И также подготовлю под улучшение остальную часть. Так, давай-ка. Так, это мне не будет мешать. А вот это вот, на это зомби смогут встать и меня прекрасно достать. Потому это лучше убрать. Так, в общем, я лишнее убрал. Теперь нужно поставить здесь что-то на замен. И на замен у меня я брал... Где? Вот они у меня. Вот эти вот пластины. И здесь я, наверное, поставлю все-таки решетки. Решетки или прутья? Прутья или решетки? Так, прутья. Да, вот эти вот прутья подойдут. И я никуда не упаду, и лишнего мне удалять не придется. Кто-то прибежал. Кто-то прибежал, было скучно, кто-то прибежал. Ну-ка, давай-ка встречать. Где? Мадам, чё, одна, что ли? Ну, я думал, орда прибежит. А мадам прибежала одна. Так, лампочка. Как-то ее пропустил. Лампочку забираем. Обязательно. Так, ладно, дверь закрыли. Что там хотел сделать? А, вот, подожди, еще вот этот нужно убрать. Кстати, костер. Костер. Для костра нужно... Короче, мне не хватает... Не хватает, ничего не хватает. Сейчас нужно будет идти и добывать камень. Короче, мне нужно будет сделать два костра, поставить под каждой лестницей по костру, и также сверху еще поставить нужно будет эти самые люки, чтобы зомбаки, даже если они запрыгнут на лестницу, чтобы они меня не могли достать, и я мог от них избавиться до того, как они начнут за мной гоняться по моей же базе. Так, хорошо, теперь здесь тоже нужно поставить решетки.
Надеюсь, дерева хватит. Сомневаюсь я, что дерева мне хватит. Да. Короче, нужно больше досок. И досок, и камней нужно больше. Поехали, наверное, на базу. Там у меня, по-моему, есть и камни, и доски. Я смогу все это максимально и быстро улучшить. Чем добывать камни? Лучше съездить на базу и потратить уже имеющиеся ресурсы. Так, друзья, я немного подготовился, но, правда, материалы у меня есть не все. Я сделал костры, два костра, как я и хотел. Значит, под каждой такой вот лестницей будет костер. А здесь, наверное, костер... да, по идее, да. Значит, так, сюда. В каждый костер по 25 топлива. Насколько там хватает? На 25 минут, я надеюсь, что на ночь хватит. Второй момент, я забрал весь доступный мне камень. И, кстати, получается, что вот эта вот штука уже ее в моде нету. То есть ее создать нельзя, из нее сделать какие-то блоки нельзя. Такие блоки тоже, получается, из мода убрали. Это прям какой-то трэш. Столько всего изменилось. Не знаю, насколько это логично. Так, мне нужно все подпорки основательно улучшить. Потому что зомбаки будут ломать в первую очередь, наверное, их, а потом уже будут пытаться добраться до меня. Так, дальше. По поводу вот этих вот решеток, я вот не знаю, стоит ли их улучшать. У меня не очень много планок. У меня их всего 56, по 4 на каждую решетку. Скорее всего, на все не хватит. Я поставил делаться эти планки. То есть, ну да, планки. Но они делаются очень долго, потому придется ждать. И на все решетки не хватит. Но я надеюсь, что эту ночь мы выживем. Надеюсь, что выживем. Насколько хватит, улучшу. Ну, все. Пока что не хватает. Ладно. Значит так, костры готовы. Теперь нужно здесь вот выставить, получается... Я сделал два люка. Так. Да, все правильно. Вот так вот. И вот так вот. Как вы слышите, уже гром гремит. Земля трясется. Все, прекрасно, я смогу спускаться, подниматься. Зомби подняться не смогут. Если что, они начнут залазить, я их отсюда смогу подстреливать. Кстати, не помешало бы тут сделать выступы из решеток, чтобы можно было хорошенько стреливать зомби. Ну да ладно, это не так критично. Значит так, камней у меня еще 75, можно что-нибудь поулучшать. Что я могу поулучшать такого полезного? Я даже не знаю. Вот этот мне, скорее всего, будет мешать. Надеюсь, после того, как я это уберу, сама база не завалится. Так, все, тут я смогу бегать. Прекрасно. И, по идее, я готов к встрече Орды. Единственное, что надо бы какие-нибудь еще стены поулучшать, так чтобы для порядка. Так, угловые, наверное, блоки нужно поулучшать. Такие несущие, которые... Несущие. Где вот несущие? Так, значит, раз, два, три, четыре. Вот это вот несущий получается. Все верно? Ну, судя по всему, да. Ладно, хрен с ним. Значит, здесь угловой. Так, что там по камню? Камней у меня остается 40. Пойдет. Кстати, странно улучшается с железным уголком таким. Ну и вот здесь тоже. Так, и внутри также что-то вроде подпорок нужно обеспечить. Так, какие-нибудь средние такие... Ну, среднюю стенку. Вот это вот. Дальше где-то здесь. А, все, камень закончился. А, кстати, для улучшения дальнейшего вот этих блоков уже нужен кирпич. Кирпич делается из глины. Вот почему добывается глина. Но то, что там стройматериалы должны быть, это точно. И это странно выглядит, то, что мы из таких вот брикетов достаем всего лишь глину. Пойду, когда буду еще камня. Тут где-то был камень, сейчас я быстро его добуду, и можно будет еще немножко поулучшать. Так. Вот совсем я не ожидал, что сегодня будет Орда.
прям совсем не ожидал. Так, что мне еще нужно улучшить такого, чтобы... Чтобы прям вот... Они же наверняка будут бить вот здесь вот. Давай-ка средние блоки максимально поулучшаем, то, что они будут бить по углам. Все, камень закончился. Так, ладно, пойду, наверное, еще возьму планки, которые там сделались на базе, и улучшу уже до конца решетки. Хотя бы решетки. Где моя база вообще? Вон там. Так, ребят, забрал я еще немножко досок. И теперь смогу немножко хотя бы доулучшать решетки. Чтобы зомбаки, если хотя бы будут бить, то чтобы я не провалился. Неужели хватит? Да, хватило. Что осталось-то? 39, было 180. Ну вот, короче, как-то так. Вот такая вот база у меня будет пока что временно. Дальше будем думать, как улучшать. Может быть, будем строить новую базу. Орду мы будем встречать уже в следующей серии, так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте, что на канале появилась спонсорка, и комментарии спонсоров имеют приоритет, чтобы попасть в следующее видео. На этом на сегодня все, спасибо за просмотр, всем удачки, увидимся в Орде. Всем пока.